Здравствуйте, мои дорогие. А сегодня, я так думаю, что надо что-то сделать своими руками. Отправила всех своих гостей на пляж. И буду сейчас делать такой мешочек из цемента. Кто-то меня из девочек просил. Сейчас сделаем. Вот типа такого, только я такой большой уже делать не буду. Он мне ни к чему. Сделаю маленький, в который просто можно цветочек дома посадить. Ну что, мои дорогие? Попытка номер 85. Не говори. Развела вот я цемент, я его на глаз развожу. Это уже, между прочим, третья попытка. Сначала хотела целлофановый пакет. Он развалился весь, разъехался. Потом из ткани, но... Растянулась. Она слишком, да, такая... Растянулась все. А как вы думаете? Очень часто с первого раза не получается. Это только в комментариях очень легко пишут. Да что вы делаете? Да что у вас там это? Сами сделайте, блин. И выложите, мы порадуемся за вас. Легко говорить. Так, вот у меня стаканчик такой стеклянный из-под лампы. Камушков наложила для веса туда. Опа. Так, подожди. Так. Так. Что же он такой был? Прям камушка, что ли, еще выложить тяжело, наверное. Снизу его давлю. Так. Держи. Сейчас мы вот так повернем, чтобы не было. Я хочу вот здесь его завязать. И там он. Где он крепче стоит? Вот. Ровно засунул. Сейчас, вот это завязать надо. Вот это нам завязать надо. Так, и теперь надо... Дим, он там... У меня лежат камни вот под этой штукой. Сейчас мы их... Да. Ну, принеси 4 штуки. Сейчас мы его поставим. А потом доделаем верх этот. Побольше там же есть, нету побольше? Да нету больше, почему? Их проще в ведро поставить. Надо катить на стеночку. Все нормально. Ветер не будет? Нет. А банка это чисто для формы, что ли? Так, да? Она вылезает, мне не нравится, ты понимаешь? Ну вы же, потому что снизу даете, она сверху вылезает. Вы снизу начали топтать, она и вылезает.
Пускай, я ее потом вытащу. Не, я ее вытащу потом. Она мне глубокая, это не нужна тебе. Все, все оставляем. Пускай сохнет. Ну вот, мои дорогие, прошли сутки. Все это высохло. Резинку я снимаю. Развела я шпаклевку гипсовую. Сейчас все это дело... Она потом высохнет и будет беленькая. Вот. И вот так я ее сейчас везде пройду. Вот у меня там стаканчик внутри. Посажу какое-нибудь маленькое растение. А может, не знаю, для чего приспособлю. Короче говоря, вот это все сейчас я промажу. Прямо вот так вот во все щелочки, вмятинки. Вот так сейчас промажем. Ну, чтобы ваше время не терять, я всю эту процедуру, конечно, снимать не буду. Чтобы просто понятно было. Вот. Потом вам покажу. Ну что, высохло у нас все так сравнительно. Вот у меня вырвала я из салфеточки вот такой вот кусочек. И сейчас мы его сюда. Развела клейповая водичка немножко. То, что складочки на салфеточке, тут это абсолютно не важно, потому что это все-таки мешок. Тяжелый. Мы их сейчас разгладим, эти складочки. Вот. Ну, пусть сохнет опять. Так. Ну вот, мои дорогие, что у нас получилось. Вот надо его еще будет покрыть лаком. И он сравняется тогда цвет. Сейчас вот этот более желтый, а так он будет одного цвета. Вот. Но он у меня с секретом, этот мешок. Потому что мешочек, который тканевый был, на нем уже была птичка пришита. Поэтому у меня по настроению. Хотите так, хотите так. Вот. Ну, это все на сегодня. А сегодня
Сегодня воскресенье. О, надо еще розыгрыш снять. Ну, пока-пока.